Ниндзя! Вечереет, дело к третьему туру, новые лейлисты уже закончились, а вот братьев хаситов все подтаскивает и подтаскивает новых. Еще один брат хасит, я уже их даже не считаю. Короче, смотрите, пацаны, у нас все очень жестко. У нас есть спавна Боинг с магом, который знает инвиз, и дальше начинается настоящий хардкор. Это у нас абсолютно реальный нойз марины с 5, да, сониками и одним бластмастером. При этом дум сирену господина и шашка даже, да, честно. И пайер шашка, все, полный хардкор. Смотрите, здесь у нас халки с автопушками стоят в этой ринке, едет сам Люциус с братвой. И здесь мой бункер с пацанами. Все абсолютно у меня в резервах. Это в инфильтре, в аутфланке. Это дипстрайк. И здесь у нас еще один дракон, который просто, ну, днище представляет кодекса. Плюс вот павер. Это дипстрайк из наших облитераторов. Вот сам Люциус в ариночке сидит. Против нас опять сборная команда лейлистов и эльдарасов. Смотрите, это мы уже видели. Дарк Эльдар, ой, господи, Дарк Ангелы, Разербэк их, не вот это мы с этими уже бились, тот самый чувак, который все выдержал, пушечка ихняя, здесь те же пацаны с меслами, этих мы тоже видели, и этого мы тоже видели, лесника все еще тащит, несет за собой на каждом поле боя. Парень, который держал наших спавнов, опять куча трупсы с пушками, которые никогда не стреляют. Фалкон на своей грайподушке где-то там болтается. И риперы стоят здесь. Плюс в резервах у нас дамниды, в резервах у нас дроподи. Гравики с релентсом, да. Может, нам такие рестрикты ввести? Типа, взял спавна Боинг, обязан взять Люциуса на ринке с нойзами и сиреной. Первый ход Лоя Эльдар. Смотрите, короче, спрыгнул Фалкон сюда. Парень скастил там рерол сейвов, да, и фортуну на это. Словил перил на фортуне. Пацаны забрались сам, прибежали вот сюда ассолтники. По центру пробираются. И выпал дроп-под. Вот сюда вот гравики поставил. Стрельба. Смотрите, короче, ринку взорвал вот это вот днище. А пацаны вывалились, естественно. После этого гравиками были просто со стола вот так вот сняты. И постреляли пацаны сюда, ранку сняли. Ну, нормально кидали, но мой брат хасит кидает вот по-человечески, короче. И сюда блинчик пытались, сместился, ну и там чуть-чуть подбежались, все, собственно. А вы прочувствовали Люциуса на ринке? Если прочувствовали, то должно появиться такое тонкое слонишицкое послевкусие, типа только что на лицо нассали, но где-то в глубине ворочается извращенное удовольствие. Наш скромный первый ход. Смотрите, у нас двигались только спавны и занимались в основном они всеми интересными делами. Они вот так вот отсюда выскочили, почарджили чуваков с грайками, выдрали их тентаклями к чертовой матери и туда вот отошли. При этом скастили на себя инвиз и сломали здесь колесо одно. Чувак в ране. Но кастил без перил, молодец. Настреляли и шаблоном от найзов двоих убрали, и еще постреляли из наших пушек, остался один экзарх, не боится. Другая пачка с автопушками, тут двоих убило девастаторов. Обмениваются парни стрельбой. Видите, как логично получается? Ты взял павер, взял для баланса говно, говно тут же нагнули, и ты павером отомстил за нагнутое говно. Второй ход, смотрите, короче, вернулся на место, ты кидай. И парни подходят здесь вот к нам, хотят чарджить типа наших пацанов инвиз, ничего не страшно вообще.
По стрельбе убрали здесь двоих ледак, прошли, убрали здесь двоих ледак, не надо проходить. Постреляли что-то там из болт-пистолета, ничего не сделали. Конечно. Три раза попали, не пробили. Пришли к нам в ХТХ наглые чуваки. Этот не попал, эти попали, не пробили, умерло у них двое. К сожалению, этот третий инвульс его откидывает, он там, видите, у него на подставочке лежит щит, все отбивает. Вот этот вот говнюк с молотым щитом, он мало того, что подозрительно похож на нашего Дункана из Крабчаптера, так его еще фиг убьешь. Просто-таки заноза в заднице. Я надеюсь, в этом туре мы его нагнем как чешечку. Наш второй ход. У нас вышли практически все резервы, кроме вот этой вот ринги, которая отказалась с реролом выходить, к сожалению. Вышел дракон, сразу сравил из квадгана вот от этого упыря. 5 выстрелов и что-то куда-то упал. Кого он мочит? Он упал вот сюда. О, он мочит снайперов. Сюда встали наши блетюки, сюда же встала Рут. Типа мы хотим ВИЧ... Так, как ты называешь? ВИЧ что-то там. Уничтожить, короче, Псайкера. Таня вот здесь вот за заборчиком стоит, и там мои рапторы вместе с Ринкой приехали. Псифазу с Шрейком сдули вот этого негодяя, который нам убил нашего дракончика, и отменили нам шраудинг. Здесь инвиз кастили форсу с реролом с одного куба, не смогли жать. Стрельбу, смотрите, Рут, она как-то заставляет их нормально стрелять, они третью партию попадает два раза, пробивает, короче, бам, таз слетел к чертовой матери. Шестерочка, там пацаны, приехавшие на ринке, бум, взорвали разербэк, пацаны вывалились, кого-то там еще пожгли, потеряли на мельтах от моих рапторов еще двух чуваков, и даже мы как-то там вот этих вот скорпионов напырили, сколько там умерло? Два. Отлично. Разбежали здесь Танькой, насыпали немножко там... Побежали в результате девастаторы. В ХТХ, к сожалению, вообще ничего абсолютно. А вот с магом, к сожалению, осечечка. Настреляли, но он не умер и не убежал. Жаль. По моему опыту, у мельтодропа есть два состояния, и всегда это сюрприз. Потому что либо они ничего не сделали, и нафига я вас в ростер вообще взял? Только очки занимаете. Либо наоборот, ни хрена себе, вы что-то взорвали? Неожиданность. Третий ход противников, смотрите, идут наказывать мою Рут, идут наказывать мою Таню. Тут прям к забору такие, кто тут упал? Смотрите, это варталоны, ничего себе. Пацан тоже тащит, показывает, смотри, тобой будет то же самое, что и с лесником. Сука, вот ко мне тут идут, соответственно, эти скорпиончики, бегут вдоль ринки пацанчики, и все, да. Шутинг-фазу здесь мне настреляли, прям смотрите. Ну, короче, ни армора не кидается вообще, даже Рут завалила и лукаут, и армор в двух ранах, осталось два пацана с ней. Здесь зато нормально кидается, смотрите, только один умер от плазмы там какой-то вот этой вот дурацкой. А, там одного тоже убили, будут чарж, неважно, короче, их сейчас сорвут, все это пострелено, все мимо, ничего не попали, и пацаны здесь отсловили плюх от пушки, да, и скотов, ничего себе. Посол в фазу, ко мне пришел парень, он в меня попал три раза, вот так вот пробил, я на 3+, один раз попал, не пробил. А, здесь моих пацанов просто выкосили, и не было их. А здесь нам убили мага, мы убили всех вокруг чувака, и ему даже ранку занесли чисто тентаклями. Вот именно, не от форсы быстрая смерть, а толстыми длинными тентаклями во все дыхательные и пихательные хаба-хаба. Вот тогда он прочувствует это вот слонишитское послевкусие. Наш третий ход, у нас вышла ринка наконец-то с этого края, ну ладно, пусть будет. Таня присоединилась к облетюкам, пацаны вот сюда перепрыгнули, без нее уже та ринка вот так вот приехала, и пси-шрейк вот сюда, к сожалению, не накинули сколько нужно, этих терифай типа у них минус один, но не убежали. Последний наш ход, как всегда, времени не хватает. Смотрите, мы убили варлорда вражеского, второй армор поранен, напихали просто своими тентаклями, не вопрос. Здесь, к сожалению, сняли только холлпоинт, потеряли одного чувака. А здесь дожали этого негодяя, который нам
попортил кучу крови, кулаками затоптали. Не смогла Таня убить. Смогли варталоны, они уничтожили гордов, прикиньте, и точку задискорили. Правда, я узнал о том, что ход последний в середине хода, так что сыграл немножко по-другому бы. Например, Таню сюда поставил вместо того, чтобы там пропадать. Псишрейка он пытался убить, не получилось. И Ринка я бы, наверное, просто вот к второй точке на 12 проехал, не парился бы. Но, тем не менее, у нас одна точка, у противника раз и где вот вторая? Вот как раз вторая. То есть было бы у нас 1-1 в этом случае. И финальный счет 12-8 в пользу лоялистов. По миссиям вытащили много, а так, в принципе, там достаточно ровненько. Напоминаем, это была на самом деле кампания, где силы зла бились с силами бобра. И мы четко тащили во втором туре 10 очков в плюс, да, было у нас? Больше даже. Даже 8. Даже, нет, нет, не больше. 8. Не больше, 10, короче, 8. А, расходится информация. Но, к сожалению, как-то в третьем туре мы сдали, и в результате плюс 14, да? Ну да. У добра. Вот, но на самом деле я хочу сказать, что все братюни Хасюни просто реально тащили. Вот все партии были очень душевные. Кроме первой. Я тебе говорил, прячь Майерфинда за стенку, да, третий инволь. Короче, круто встретили меня здесь пацаны, прям вот день, вот как раньше, знаете, когда вот только Ваха начиналась, мы сыграли вот примерно с таким настроем, было очень круто. Пацаны, ну может быть похлопаем нашему? Наступайте! Спасибо киноакадемии, спасибо всей съемочной группе. На самом деле не знаю, чем я заслужил эти аплодисменты. Видимо, от переизбытка чувств. Вот как мало, по сути, человеку нужно для радости. Просто свежее лицо в клубе, новая армия, глоток свежего воздуха и все. Но хочу сказать, что реально вот в Волгограде какая-то получилась такая добрая ламповая каточка. Все-таки вот, видимо, ростер зашел, потому что люди сразу как-то отказались от каких-то амбиций. И люди вот душевные. Вот, не знаю, в наших клубах по-разному бывает. Бывает классно, бывает не очень. А здесь хочется вернуться. Вот буду опять в Саратове, я думаю, в Волгоград опять заеду. Хотя там ехать 5 часов где-то, но тем не менее на 3 дня опять вернуться, чтобы еще что-нибудь такое. При этом получился очень удачный формат. Наверное, я как-то так буду ездить в другие клубы, потому что реально пацаны очень грамотно придумали. Как бы со мной все сыграли, кто хотел, в паре и не в паре. И какой-то ивент. Все остальные тоже играли, и я при делах, и пацаны тоже не скучают. И, в общем, короче, респект и уважуха. Прям вот собрались под именно приезд меня, сделали клевый ивент. И я так понимаю, что все в результате свою часть удовольствия получили. Я вот за себя могу сказать на 100%. И материал интересный снял, и партии, несмотря на то, что времени катастрофически нам не хватало, особенно во втором туре. Но вот как бы я словил и настрой, и получил какой-то интересный опыт, пообщался. Короче, вот 145% удовольствия от Вархаммера я получил. Еще раз респект пацанам и прям даже аплодисменты. К сожалению, я только один здесь. Нет толпы, которая может им в ответ поаплодировать. Короче, Волгоград, ждите меня. Ну и остальные города, не унывайте. Осенью можно попытаться, но это уже вокруг Москвы. Приглашайте, короче. Какие-то ивенты у вас будут подобные, интересные. Зовите, я с радостью как минимум изыщу возможность. Ничего не обещаю, потому что все-таки вот это достаточно трудоемко, и по деньгам тоже там все бензин. Я бензин извел за это лето просто бешеное количество. Гостиница, опять же, хотя в Волгограде мы достаточно так там 1300 что ли получилось за ночь. Нормально, при этом был нормальный номер там с кондиционером, и гостиница такая, например, в Воронеже это был полный ад за 2800, какой-то советский
просто осколок не пойми чего, где самое гениальное, мне понравилась розетка. Одна на три прибора. Кондиционер, телевизор и холодильник. Выбери, что тебе нужно. А нам нужно было и чтобы как бы не жарко было, а тогда достаточно душно было, и чтобы холодильник работал. Мы вообще эту гостиницу выбрали именно из холодильника. Из-за холодильника мы везли продукты с Азовского моря. И как бы нужно было, чтобы дочке мультики включить на телеке. Но пришлось выбирать холодильник, потому что без него бы продукты тупо испортились. Но как бы будем знать, негативный опыт тоже опыт. Короче, всем спасибо, все свободны.